Всем привет! Сегодня на обзоре у нас вот такой резистор SP5-24. Это переменный подстроечный проволочный резистор для навесного монтажа. Резистор SP5-24 многооборотный с прямолинейным перемещением подвижной системы. Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов. Ряд номинальных сопротивлений E6. Основные технические характеристики. Диапазон номинальных сопротивлений от 100 Ом до 47 кОм. Номинальная мощность 1 Вт. Диапазон температур от минус 60 до плюс 125 градусов по Цельсию. Функциональная характеристика А. Срок сохраняемости 15 лет. Минимальная наработка 10 тысяч часов. Судя по логотипу завода-изготовителя, его делали на заводе Бином, город Владикавказ, Северная Осетия. Если я ошибаюсь, то напишу об этом в описании и укажу. В данном резисторе содержится палладий 58%. Если быть точнее, сплав серебра и палладия. Сейчас мы это увидим, разобрав его. Для этого достаточно просто раскусить, так как он пластмассовый. Обращаю внимание, что данному резистору 90-го года выпуска. И он уже устарел. Так вот, разбираем и смотрим. Нас интересует вот этот вот бегунок. Вот он так выглядит. Сейчас я его выкручу. Поставлю на паузу, выкручу и продолжим. Так, продолжаем. Вот я извлек эту самую деталь, которая нам нужна. Напоминаю, сплав палладия и серебра 58%. Взвешивать его нет смысла, так как весы это не покажут, он очень легкий. Обратите внимание, как блестит. Данный блеск ему придает палладий. Сейчас мы даже проверим это. Я его нагрею до красна. И он должен остаться таким же блестящим, как и был. Остался таким же, цвет не поменял. Это нам говорит о том, что в детали присутствует палладий. Даже еще больше стал блестеть. А данные резисторы, они примерно все похожи друг на друга. Иногда только отличаются кое-чем. На моем канале уже было видео о подобном резисторе SP537. Ссылочка будет вот тут вот на это видео. Кому интересно, смотрите. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!